Совет Европы призвал Украину распустить нерегулярные военные формирования, обеспечить свободное пересечение линии соприкосновения и возобновить соцвыплаты жителям Донбасса. Украинские военные формирования, не входящие в состав ВСУ или правоохранительных органов, следует расформировать. Об этом сказано в докладе комиссара Совета Европы по правам человека Нила Мужниекса, опубликованного накануне. Мужниекс утверждает, что индикатором успешности реформ системы правоохранительных органов будет способность бороться с безнаказанностью и проводить расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, комиссар выразил обеспокоенность в связи с постоянным сообщений о случаях незаконного содержания под стражей, пыток, жестокого обращения и прочих грубых нарушений прав человека в Донбассе. Мужниекс призвал к тому, чтобы все виновные в подобных нарушениях, вне зависимости от стороны конфликта, были привлечены к ответственности. В докладе также содержится призыв к украинским властям. Мужниекс считает необходимым обеспечить свободное пересечение линии соприкосновения и возобновление социальных выплат жителям Донбасса. Власти ДНР и ЛНР Мужниекс просит обеспечить доступ для поставок гуманитарной помощи и сотрудников международных гуманитарных организаций.